А он запер нас, извините. Куда? Он запер нас с детьми в квартире, забрал мой паспорт. Я позвонила знакомому доктору, он приехал, говорит, тебе надо в больницу, надо сделать укол. А как вот. Доктор дверь открыл? В смысле, как доктор открыл дверь? Ребенок открыл старший. Нет, вы говорите, он вас запер на 10 дней. Как он открыл-то, доктор? А вот со стороны квартиры-то открывается просто, там не ключом. На этом прошу выключить телевизор!